Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. Все так же бродим по подземельям, полным нежити и пауков. В принципе, нашли уже несколько довольно-таки полезных вещей, но в целом меня это путешествие не особо радует. Больно уж здесь все злые. Да, мы прошли паучьи норы, теперь тут ходит нежить. Один готов. Второй бежит проверять. Но это обычный драугар. Его можно не бояться. Еще? Вроде как пусто. И вроде как вылезти даже неоткуда. Этим врагам. Рода людского. Так что можно более-менее спокойно заняться обыском гнилых тел. Интересно, ведет это куда-нибудь? Ну, скорее всего, нет. Тихо. А ты тут откуда взялся? И почему-то не слышал, как два твоих товарища только что отъехали. Да блин, с моей стрельбой, конечно. Ладно. Ладно. Красивые вещи, но бесполезные. Не под меня. Наверняка сейчас мы где-то здесь встретим очередного палача драугров. И вот это уже будет серьезная проблема. Смотри, да, какой сквозняк дует оттуда. Возможно, там выход. Так, надо отступить, отступить и как следует подумать. Это что за херня там была такая? Не извиняюсь за выражение. Так, все, мы записались. Можно выдвигаться. Блин, ну если я палача-то с трудом убиваю, то что мне делать с этой хренью, я, честно говоря, ума не приложу. Я уверен, что она очень сильная. Оно. Главный военачальник, охренеть. Видите, да, сколько я с него снимаю? Мне хана. Обалдеть. Нас просто поломали. Блин, я даже не знаю, как это сформулировать. Похоже, ловить-то мне тут особо и нечего, да? Так, что из свитков можно у тебя применить? Свитки — это мой последний аргумент. В точку питомца. Интересно, он ниже 35 уровня? Добрый день. Подожди. Ох, с одного удара. Как я смешно с лестницы съезжу. Так, давайте еще раз попробуем, и похоже, что нам надо отсюда уходить. Это просто невозможно. Так,
свитки. Сначала мы постараемся тебя сделать более миролюбивым. Подожди, что, не сработало? Понятно. Короче говоря, ладно. Ты в моем списке. Теперь тебя я помещу на первое место. Но сейчас нам пора отступать. Это сколько же сейчас назад пилить? Знаете что, ребят, я, наверное, выключу запись, а как выберусь из этого подземелья, мы к вам вернемся. Так что, пока что на секунду, пока. Уф, короче говоря, выбрался я от него, надо сказать, с трудом. Дело в том, что пройдя назад, я обнаружил, что тот алтарь, который мы открывали через последовательность кнопок, он закрыт. Выхода назад нет, поэтому мне пришлось проскальзывать мимо этого главнокомандующего. Я даже не знаю, как его назвать, просто скотина. Мне пришлось выпить зелье краткой невидимости на 20 секунд и таким образом прошмыгнуть мимо него, потому что, как вы помните, валит он с одного удара. Зато мы сейчас получим слово силы. Вот, ну что ж такое? Вольфсунг, обалдеть. Мне, похоже, опять хана, да? Так, я даже не знаю, что с тобой делать. Да, не хана. Да. Так, сюда я пришел, короче говоря, зря и рано. Сейчас мы просто не будем брать слово силы. Сейчас мы... Короче говоря, запомним это место на карте. Оно у нас находится вот тут вот. Через все это пройти и оказаться в итоге вот здесь. Сейчас же нам с помощью быстрого перемещения лучше свалить отсюда кедрени фини. Потому что меня просто пинают два последних врага. Сволочь! Что с них взять? Сволочи и есть. Ну да ладно. Это все очень печально. Но я к ним вернусь. У меня уже два врага в списке, которые, которых я помещаю на первое место. Всякие там тролли отодвигаются, снежные. Кстати, к троллям уже наверняка можно сходить и накостылять. Но я пока не вижу в этом надобности. Успеется. Сейчас мы пойдем продадим весь свой заработанный скарб, хабар, и потом попробуем купить Адриана. Если хочешь чего прикупить, я не говорю, что я лучший кузнец. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Так, это мы, пожалуй, все-таки продадим. Падеж тоже ничего не брали. Продадим корундовый слиток. И теперь если нам... Если что понадобится, загляни в магазин. Да ладно. Часто приходится бывать в облачном районе. О, что я такое несу, конечно. Да что ты такое несешь? Меня беспокоит защита других поселений. Стен нет. Людей. Посмотрим, что ты у нас купишь из того, что мы набрали. Возможно, всякие ожерелья. Это бы нам дай помогло. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Все продается, друг. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Так, тут ты ничего не хочешь покупать. Вот этот амулет, он, в принципе, мне пригодился бы, но я ношу сейчас вот это. Это, по-моему, получше. Так что я тебя продам. Это хорошо. Хорошо. И хорошо. По зельям я тебе ничего не отдам. По свиткам тоже. По пище. В принципе, все. А, еще вот этим надо продать, да. Вот у меня деньги кончились. Ладно, пусть пока остается. Все равно весит всего ничего.
Хорошо. Заходи еще. Зайду. Ты у меня постоянно скупаешь все. Сейчас, я думаю, нам нужно сходить к Эрлу. Зайдешь в другой день. Я катаю на чай. Этот никогда не затыкается, да? Посмотрим, мне говорили, что тут можно покупать мебель для своего дома, потому что мой дом, мне, честно говоря, просто, блин, меня удручает состояние моего дома. Неуважение к закону, неуважение ко мне. И знаешь что? Я тебя не уважаю. Пошли дальше. Эй, а что дверь закрыта? А как там его звали-то? Какой-то такой итальянской у него фамилию. Будем надеяться, он продаст мне мебель. Еще бы служанку туда завести. Такую фармасту. Ну чё? Я служу управителем у ярла Балгруфа. Я хочу обставить дом. Я с радостью помогу тебе. Есть множество способов улучшить жилище, если ты при деньгах. И, кстати, не забывай заглядывать в каталог домашнего декора. Там все в подробностях описано. И что же ты желаешь приобрести? Так, мебель для спальни, алхимия пока не пользуюсь. Ты это возьмешь? Хорошо, я договорюсь о работах. Сделаем все в лучшем виде и как можно скорее. Хочешь купить что-то еще? Мебель для гостиной второго этажа. Хорошо. Хочешь купить что-то еще? Мебель для столовой. Хорошо. Хочешь купить что-то еще? Хочу. Для гостиной я же вроде же покупал. Нет. Хорошо. Хочешь купить что-то еще? Кухонная мебель. Хочешь купить что-то еще? Ну и алхимическую лабораторию, что для кучи. Хорошо. Хочешь купить что-то еще? Все, забудь. Как скажешь. Если передумаешь, ты знаешь, где меня... Я довольно-таки сильно потратился, у меня осталось 605 золотых. А я знаю, как сделать дом уютнее. Давайте посмотрим нашу обновку. А после этого пойдем к местному Редгарду. Посмотрим, что он может нам предложить по работе. Хватит как неприкаянно носиться, пора вступить в какую-нибудь фракцию. Мне говорили, что в Виндхельме, по-моему... гильдия воров. Виндхельм у нас где находится? Вот ты что ли? Ладно, скоро туда двинем, видимо. Все в порядке? В порядке, только где Редгард? Вот он идет. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Я могу тебя кое-чему научить. Давай. Потратим уж все деньги. Ты не можешь мне предложить работу, я так понял? Сапфир не нравится, что я слишком много времени трачу на поиски отцовского меча. Он кормил всю семью на золото, которое зарабатывал этим клинком. Я не позволю такой реликвии пылиться среди трофеев какого-то вора. Тебе нужна помощь в поисках меча? Не безвозмездно, конечно. Я знаю, что он у шайки бандитов, что орудует поблизости. Но я не опрометчив. Нужно обращаться к страже Вайтрана или к соратникам, чтобы добыть меч. Не знаю, зачем я это говорю, но если ты найдешь его, я буду тебе благодарен. Хорошо. Возможно, я получу у него скидку на обучение битве одноручным оружием. Если найдешь меч, принеси его мне, пожалуйста. Аттене... Так, теперь нужно посмотреть, что там с нашим домом. Вот он наш. Ты чё смотришь? Я тебя не боюсь. Да, отстань, сопля. Давайте посмотрим. Эй, почему не заходишь? Ну, ну, обновка, покажись. О, совсем другое дело. Офигенно. В таком доме я бы хотел жить, конечно. На природе. Блин, красота, да? Второй этаж.
Круто. С полом, конечно, что-то надо сделать, но это уже детали. Блин, ты посмотри. Вот это дом так дом. Даже сладкий рулет мне приготовили. Офигенно. Хорошо. Так, что у меня? Книжки не нужны. Надо книжки сюда сложить. Или тут есть... Нет. Так. Да нет. Как тебя положить? Складировать, 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 складировать. Отлично. Ты тут откуда? Что тебе нужно, мой Тан? Я Тан? Что это значит? Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для этого владения. Ты герой. Но я такой. Титул Тана – это почетный дар за твою службу. И если скажешь страже, кем ты являешься, они могут закрыть глаза на некоторые вещи. Будем знать. Ладно. Ладно, я пока тебя не возьму с собой, пожалуй. Мне нужен кто-то более скрытный. Булочка. Так, что у нас там по квестам? Этот квест мы пока выполнить тоже не можем. Вообще все, что на севере, судя по всему, мне пока что не особо-то и по зубам. Так. Может, найдем эту женщину Редгардку? У меня есть заклинание сновидения. Я думаю, оно мне поможет в этом. А если не поможет, то не поможет. Просто интересно, для чего она имя. Я думаю, на этом я смогу неплохо заработать. Так. Пока что уберем все боевое. Я работаю на Белитора. Подожди, это точно тот квест нас сюда ведет на улицу? Что-то странно, почему оно ведет из города, хотя мне сказали, что оно именно там. Возможно, оно мне показывает на Рорикстед, где они меня ждут. Да, это явно не то. Давайте попробуем обыскать, что ли, местные заведения в поисках ее. Потому что она где-то в Вайтране. Уважаемые. А, сородич. Встреча с братом Босмером греет мне душу. Скажи, чем я могу помочь тебе в твоей охоте? Мне бы женщину Редгардку найти. Я у вас тут пошарю. А, это выхнула. В этом доме все наверняка ничего нет. Давайте будем последовательны. В том доме у нас кузнец обитается. Там навряд ли что-то есть, кроме этого здоровенного мужика. Кстати говоря, а вот у меня все равно денег нет. Да, здесь ничего нет. У меня дом лучше твоего, кстати. Так, потом пойдем в следующий дом. Ты что делаешь около дверей моего дома? Заходи в лавку Белитора на рынке. Не сомневайся, у нас найдется кое-что для тебя. Так, где она может быть? Что это за дом? Может, зайдешь в другой? Хочешь получить предсказание о лаве? Прости, малыш, но я сейчас не в настроении. А лава немощная, но мне кажется, что тут Редгардки нет. Так, сейчас мы зайдем вот в этот дом. Знаешь... В чем сейчас проблема Скайрима? Все только и думают, что о смерти. Убили Тора тоже навряд ли, она потому что я там сто раз был. Возможно, в этом доме она шкевится, как говорится. Дом Изольды. Давайте попробуем вломиться. Ах, вроде новичок, а как быстро сломалось. Тихо.
Да что ж такое? Давайте посмотрим. Хозяева. Да, здесь явно никого нет. Что у вас в сундуке? Ладно, не буду брать. Где еще ты можешь быть, Редгард? Ты что смотришь? Я тебя не вижу. Да сама вообще. Хоть я и младше. Может, в котелке Аркадии, я тут особо не осматривал ничего. Возможно, здесь она будет. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Нет. Я торгую лекарствами от всех бед. С радостью помогу тебе. Я рад за тебя. Мне нужно посмотреть сквозь дыры в полу. Нет ли тут Редгарки в этой комнате? Нет, нету. Да не бойся, не буду я тебя обворовывать. Пошла за мной, смотрите. Так, у торговцев, значит, нет. Возможно, в этом доме. Вернее, это у нас не дом. У нас таверна. В таверне, кстати, у меня больше всего подозрений, что оно и есть. Заходи. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня, а я пришлю к тебе кого-нибудь. Так, вот ты... Нет. Ну, могу ли я что-то для тебя сделать? Тебе известно? Вот, это что-то похожее по адресу пришло. Что? О, нет. Нет. Они нашли меня? Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, пойдем со мной. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Скорее, пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Давайте запишемся. Я уже ко всему готов. Давай, иди. Ну что за секреты? Так ты на них работаешь. Понятно. Мышь, ты сможешь одолеть? Думаю, что смогу, кстати. Только говоря. Тронь, и без пальцев останешься. Я серьезно. Я пополам тебя разрежу. Да что происходит-то? Так аликарцы знают, где я? Что они тебе предложили? Золото? Сколько их еще осталось? Скажи мне. Они просто попросили тебя найти. Не говори им обо мне. Прошу тебя, мне нужна твоя помощь. В этом городе нет никого, кому я могла бы довериться. Возможно, если в результате я стану богаче. Ты получишь деньги. Об этом можешь не беспокоиться. Я не та, за кого себя выдаю. Мое настоящее имя Иман. Я из знатного дома Суда в Хаммерфилле. Те, кто меня ищет, аликарцы, ассасины, нанятые Альдмирским доминионом. За мою голову им пообещали целую гору золота. Мне нужно, чтобы кто-то прогнал их отсюда, пока они не нашли меня и не увезли в Хаммерфилл на казнь. Жил да был Рагнар, рыжий герой. Как мне избавиться от них? Они наемники. Они здесь только из-за денег. Ими руководит человек по имени Кимап. Избавься от него, и остальные просто разбегутся. Я не могу показываться им на глаза, иначе они узнают меня. Поэтому тебе придется выяснить, где они прячутся. Интересно. Хотя приблизительно, знаешь? Я слышал, одного из них только что арестовали при попытке проникнуть в город. Если его отправили в тюрьму, возможно, тебе удастся что-нибудь у него выяснить. Пожалуйста. Я понимаю, что прошу тебя о помощи в сложном, даже опасном деле. Я просто не знаю, кому еще я могу доверять. Почему ты не обратилась к стражникам? Ты думаешь, я бы стала скрываться, если бы верила, что городские стражники смогут защитить меня? Эти люди беспощадны. Они хитры, вероломны. Они откупятся от любой стражи. В Вайтране я никому не могу доверять. Они могут подкупить и стражу, и ярла. А аликарцы все ближе. У меня все меньше времени. Поэтому я и решила довериться тебе.
Ладно. Найди меня сразу же, как только разберешься с аликарцами. Так, короче говоря. Так, хорошо. Поговорить с пленным. Я думаю, это мы оставим для следующей серии. В следующей начнем плотно заниматься этим делом. Я решил все-таки помочь ей, а не сдавать их, хотя это было бы гораздо легче. Но какие-то зачатки совести у меня еще остались. Так что, я думаю, мы ей поможем и разберемся с этими головорезами. Но это мы все увидим в следующих частях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.